общем, там удалось даже попрыгать. Попрыгать так, что мы взлетали в небо. Машина вот так вставала у нас четырьмя колесами, потом приземлялась. Сейчас хорошая развесовка у автомобиля. Мы не знали про преград и особых проблем, потому что мы построили новую машину с учетом прошлогоднего опыта. Первый раз в России, первый раз в Москве, первый раз в Silver Rally. Я знаю, что вчера одной польские друзья были четвертые. Это хорошее. Первый раз на отечественном автомобиле Нива, и песочки мы не полезли. Немножечко заблудились один раз. Молодец, проблем вообще никаких не было. Я ответил то, что было очень много интриги в каждом из зачетов, что в грузовом, что в легковом. И вот на данный момент, наверное, никто с уверенностью не может сказать, кто все-таки будет по итогам ралли «Шелковый путь» первым.